Сегодня я приглашаю тебя на тренировку под названием «Здоровая спина». Если ты ведешь малоподвижный образ жизни, если у тебя сидячая работа, то я очень рекомендую тебе попробовать, так как мы не только улучшим твою осанку, мы также активируем мышцы спины, ну и, конечно же, мышцы из наших ягодиц, которые поддерживают наш позвоночник в здоровом положении. Поэтому давай пробовать. Сегодня у нас тренировка «Здоровая спина», и предлагаю начать вам с небольшой разминки. Поэтому делаем глубокий вдох, грудная клетка вперед, и на выдох округляем спину, выводим руки перед собой. Еще несколько таких повторений. На вдох свести лопатки, грудная клетка вперед, взгляд перед собой. И на выдох тянемся руками, шею расслабляем, взгляд направляем вниз. Теперь попрошу вас оставить руки в стороны, потянуться наверх, свести ладошки вместе и опустить грудной клетки. Делаем замок перед собой и вращаем в одну сторону. Затем меняем направление и также в другую сторону. Раскрылись в стороны. И работаем кистями рук. Пальцы на себя, от себя. Остановились, позажимали кулачки, можно немного быстрее, перевели руки вперед, то же самое наверху и за себя назад. А теперь встряхните, расслабьте руки, сядьте поудобнее. Выпрямите спину, опустите лопатки вниз, и мы начинаем с вами работать. На выдох вытягиваемся в сторону. При этом наш локоть нижней руки стремится к полу, а наши ягодицы остаются сидеть на полу. Полностью обе ваши ягодицы прижаты к полу, рука стремится как можно ниже опуститься. Если вам удастся опуститься на локоть, это будет просто замечательно. С каждым разом пытаемся опускаться все ниже и ниже. Помните, что вы как стрелка часов. Останьтесь в нижней точке и с выдохом, округляя спину, тянемся верхней рукой вниз к полу. На выдох вы опускаетесь вниз и на вдох возвращаетесь в исходное положение. Обе ваши ягодицы прижаты к полу. Посмотрели вниз и посмотрели наверх. Вниз, выдох, на вдох возвращаемся. В верхней точке ваша рука не должна закрывать вам лицо. Попытайтесь отвести плечо назад. Останьтесь внизу. Теперь мы поработаем с вами спиной. Если у вас не получается опускать локти в пол, ничего страшного. Остаемся ладошками и работаем спиной. На вдох мы округляемся. Взгляд вниз, шея расслаблена. И на выдох мы тянемся грудной клеткой к колену. Взгляд направляем наверх. Обе ваши ягодицы также прижаты к полу остаются. Отлично, поднимаемся наверх. Все то же самое делаем на другую сторону. Начинаем с наклона. На выдох вы делаете наклон. И на вдох возвращаетесь наверх, держите спину ровной. Двигаемся, как стрелка часов, в сторону. Четко в сторону.
Ваш локоть приблизительно находится у вас над ухом. И локоть нижней руки стремится в пол. На выдох наклон, на вдох исходное положение. Останьтесь в нижней точке, посмотрите наверх. С выдохом мы также опускаемся верхней рукой к полу. Если у вас не получается сразу опуститься рукой вниз, абсолютно ничего страшного. И даже если в конце не получается дотянуться рукой к полу, положить локоть на пол, это тоже ничего страшного. Расслабляйте спину и просто стремитесь вниз. Тянитесь грудным отделом к нижней ноге. Расслабляйте шею. Когда опускаетесь вниз, не запрокидывайте голову назад. Останьтесь в нижней точке. Оставьте руки или ладошки на полу и работаем спиной. Вдох, округляемся. На выдох тянемся грудной клеткой вниз. Взгляд направляем наверх. Обе ягодицы, напоминаю, прижаты к полу. Не забываем дышать. Вдох наверх, выдох вниз. Не задерживайте дыхание. Поднимаемся наверх. Мы закончили. Вдох. Руки в стороны и опустили ладошки за голову. За головой. Можно сделать замок, можно просто оставить пальцы за головой и на выдох опускаемся круглой спиной вниз. Не прикладывайте в руки усилий, не давите на голову. С выдохом округляем грудной отдел спины, тянемся локтями вниз к коленям. На вдох возвращаемся в исходное положение, опускаем лопатки вниз и выравниваем спину. На выдох расслабляем, опускаем локти вниз, отпускаем лопатки. Останьтесь в нижней точке на 20 секунд, потянитесь руками вперед. Через 20 секунд мы сменим с вами положение ног. Если у вас правая была внизу, поменяйте ее на левую. Также наоборот. Круглой спиной поднялись наверх и быстренько поменяли положение ног. И снова вытянулись ладошками перед собой. Отлично. Поднялись круглой спиной наверх. Поставьте ваши стопы чуть шире тазовых костей. С выдохом опускайте колени то в одну сторону, то в другую, стараясь полностью оба коленя опустить на коврик или на пол. Ваши руки за спиной, они помогают вам держать равновесие, не заваливаться назад и держать спинку ровной. Взгляд перед собой. На выдох колени опускаются. В центре при смене ног вы делаете вдох. Закончили. Сделайте положение зигзага перед собой. Одна нога у вас ушла назад под углом 90 градусов, вторая перед собой. С выдохом откройте ногу, которая у вас сзади, в
под углом 90 градусов к полу. На выдох открываем тазобедренный сустав. На вдох возвращаемся в исходное положение вниз. Помогайте себе руками. Держите спину ровной. Если вдруг это положение для вас неудобно, вы чувствуете, что вы заваливаетесь назад, подготовьте возле себя либо полусдутый мячик небольшой, либо йога-кирпичи и подставьте под ягодицу второй ноги. Меняем положение ног, все то же самое на другую сторону. На выдох открылись и на вдох расслабились вниз. Мы закончили, возвращаемся в центр. И снова меняем положение ног на предыдущий вариант. Начинаем почти так же. Открыли верхнюю ногу наверх. Добавили вытяжение перед собой. Вернулись и опустили вниз. Мы закончили. Положение ног не меняя, вытягиваемся руками вперед и с выдохом поднимаемся наверх на колени, слегка при этом сжимая ягодицы, но не прогибаясь в спине. При подъеме наверх у вас выдох, опускаемся назад, делаем вдох. Когда опускаетесь назад, не падайте на ягодицы. Постарайтесь потянуться, как будто бы садитесь на стульчик. Потянитесь ягодицами назад и плавно опустите весь корпус вниз. Руки постоянно держите перед собой на уровне плечей. Мы закончили. Возвращаемся на другую сторону. Начинаем с подъема колена, вытяжение ноги перед собой и затем опускаемся вниз. В исходном положении у вас угол 90 градусов. Коленях. Приготовьтесь. Следующее упражнение. Подъем наверх. Руки перед собой на уровне плечей. Поднимаемся, делаем выдох. Сжимаем ягодицы, опускаемся на вдох. Опускаемся, тянемся ягодицами назад, как будто бы садимся на стул. Руки все время перед собой. Если вдруг ваши плечи уже расслабились и опустились ладошки вниз, верните их обратно. Мы закончили. Следующее и последнее наше упражнение – кошка. Опуститесь на четвереньки. Ваши ладони под плечами, а колени под тазом. На вдох округлите спинку, опустите в
взгляд вниз, полностью расслабив при этом шею. На выдох направьте ваш взгляд наверх, сведите лопатки и прогнитесь в поясничном отделе спины. На вдох вы округляете спину, при этом копчик подкручиваете к себе в центр. Ваши стопы расслаблены, носки вытянуты, и теперь потянитесь тазом назад к пяткам. Расслабьте спину, опуститесь в позу младенца, поднимитесь наверх. Я желаю вам хорошего дня, отличного настроения. Будьте здоровы!